из самых колоритных городов Албании, где мы были. Немереное количество велосипедистов любого возраста. Все едут как хотят. Правила движения. Кто первый, тот и прав. Вот тут женщина с детьми решила перейти дорогу с четырьмя. Дедушка подрезал нас на велосипеде. Да, поверните направо. Контраст этой страны в этом городе виден. Только что навстречу проехал 222-й Мерседес 2014 года. Направо. И тут же велосипедисты едут по встречной как угодно. Такого цвета дома у них. Такой восточный вариант, да. Вон дом тоже интересного цвета. Тут много цветовых решений. Или проложить. Доедьте 1,7 километра. На перекрестках, на клумбах. Приоритет у того, кто первый влез, тот и прав. Заправку увидели.